за моим приказом. Теперь я отомщу Амуру за предательство. Твои собратья верят в это так же, как и ты? Мне все равно, во что они верят. Главное, чтобы подчинялись. Мы избрали разные пути правления, Аларак. Несмотря на это, мы можем не только прервать войну между нашими народами, но и заключить союз. Ты так думаешь? Наши народы очень разные. Мы все жаждем мести, и мы все протосы. Разве этого недостаточно? Прошу, беспрекословно прими мою власть, и мы объединим наши армии. Не испытывай мое терпение, Талдарин. Амун силен. Вам не справиться с ним без союзников. Мы объединимся и вместе отправим его обратно в бездну. Давай скажем так. Мы заключили еще одну сделку. Временно. Ты думаешь, что победил? Пытаешься спасти порочный цикл. Но меня не остановить. Амун, я разбил твою армию тиранов, разрушил лабораторию гибридов и привлек твоих слуг на свою сторону. Осталось лишь уничтожить тебя. Наглая букашка, я несу спасение, и не в твоих силах меня остановить. Ты вернешься на Айюр и умрешь. Какой самонадеянный. Я смогла проникнуть в его разум так же, как он проник в мой. Его тело почти готово, и сейчас он ждет нашего прихода, чтобы направить против нас великий флот. Есть способ этого избежать. Нужно уничтожить священную пси-матрицу Айра, иначе мы все обречены. Если он использует золотую армаду, чтобы мы не смогли уничтожить его тело, ты права. Матрицу придется разрушить. Твоя связь с Кхалой была полезна нам всем. Однако пора тебе освободиться от оков Амуна. Прерви свою связь с Кхалой. Я лишусь всего, что знала. Освободись от прошлого, Рахана. Вступи в новую эру. Это единственный способ. Установить курс на Айю. Жалею, конечно. Но, опять-таки, у нас и у нее нет выбора. Хотя, это жестокий поступок. Талдаримы приняли правду о предательстве Амуна. Кто-то принял. А остальные боятся слушаться моих приказов. Никто не хочет вызвать тебя на Ракшир? Пусть вызывают. Никому не устоять перед моей яростью. Это начинает надоедать. Мы сделали то, зачем пришли. Теперь нам нужно лететь на Айюр и разгромить Амуна. Ты не можешь приказывать мне, Аларак. Мы вернемся на Айюр, когда я решу, что настало время. Надеюсь, оно настанет скоро. Как будто у тебя сильно большой выбор.
Нет, ну ты можешь, конечно, втесаться в Амуна сам, своими собственными войсками проиграть, но ты же не сделаешь этого. Протосы едины. Мы должны сплотиться, если хотим выстоять. Ну что ж, она теперь не заточена, и с ней можно поговорить. Но давайте сначала поговорим с Варазун. Артанис, я боюсь не того, чем Талдаримы являются сейчас, а того, во что они превратятся, когда Амун будет повержен. Ты боишься, что они никогда не вольются в наше общество? Мятные крови, но они не такие, как мы. И глубоко внутри ты знаешь, что этого не изменить. Нас ждут нелегкие времена, но мы должны попробовать. Это огромный риск. Чтобы объединить всех протосов, нужно много усилий. Мы, как нити одной материи, станем сильнее, только связавшись вместе. Страшно подумать о том, что может сделать с нами их культура. Насколько сильно мы изменимся. Да, мы изменимся. Возможно, ты боишься этого даже больше, чем предстоящей битвы. Впереди нас ждет неизвестность, матриарх. Ну да. Рахана, ты увидела что-нибудь еще до того, как твои нейронные узы были отсечены? Да. Я видела гибель Амуна. Когда перворожденные создали Кхаллу, Зелнага очнулись ото сна. Они почувствовали некую неполноту в пустоте. Они обнаружили Амуна вместе с последователями на Зерусе. И началась война богов. Амун выпустил свой рой. И тогда рой поглотил Зелнага. Лишь немногие остались на Ульнаре. В последней битве Амун был повержен, но не уничтожен. Он вернулся в пустоту и заразил ее своей ненавистью. Его служитель Нарут тысячелетиями подыскивал новое тело для своего хозяина. Гибридов! Это был важный шаг к созданию его нового тела, которое сейчас готовят на Айюре. Он уже близок к успеху. Мы еще в силах ему помешать, Рахана. Его можно победить снова. Да, я полностью с этим согласен, только знаете... Аларак привел с собой новых посвященных. Они необузданные, но могучие. Посмотрим, что дают посвященные. Мы отомстим за предательство. Итак, псионная сфера поражает врагов на своем пути, а взрыв разума наносит большой урон единичной цели и также приносит в жертву союзников ради восстановления собственной энергии. И дела. Но, как я уже говорил, мне интереснее высшие тамплиеры и архонты, в которых они превращаются. Что же до остальных? Ну, в принципе, здесь все у нас есть, кроме разрушителя. Ну, точнее, не разрушителя, а вот последней части. И я хотел сменить нам дарков на вот этих, правильно. А, ревнитель, в принципе, оставить он меня устраивает. А, сталкеры тоже. А вот этих ребят я бы сменил на центурионов. Хотя... Дозорные на самом деле довольно-таки крутые. Ладно, поглядим, что будет лучше. Попробуем за центурионов, поглядим на выживаемость зелков при этом, и там уже будет видно. Не рассчитывай, что я перестану следить за Алараком после этих событий. Я и не рассчитывал. Если он осмелится предать нас, предпримет хоть что-нибудь против тебя, я расправлюсь с ним на месте. Хорошо. Я полагаюсь на тебя. Ну что ж, давайте поговорим с Караксом. Тамплиеры и Талдаримы теперь сражаются вместе. Невероятно.
Сам не верю. Можно ли доверять бывшим союзникам Амуна? Сложно сказать, я бы не доверял. Верар, в данный момент ключ представляет опасность. Держись от него на расстоянии. Надеюсь, что добытого наследия Теразина хватит для проверки возможностей ключа. Я тоже на это надеюсь. Ну что ж, у нас есть возможность заказать солнечную бомбардировку. Отлично. Давайте на мостик и на миссию. Смерть. Разрушение. Но мы узрели и проблеск надежды. Мы уничтожим новое тело Амуна и изгоним его из Кхалы. Тамплиеры готовы к решающей битве. Согласен. Поехали. Братья, сестры, настало время нанести удар. Неужели совершилось чудо? Благодаря своей связи с Кхалой, Рахана узнала замысел Амуна. Он создает себе новое тело. Он существует лишь в нем и в Кхале. Но пока его тело не завершено, он уязвим. И наверняка призовет на свою защиту Золотую Армаду. Мы еще можем помешать им перенестись на Айд, лишив энергии сети скрепления. И это даст нам время, чтобы уничтожить тело Амуна. Умно. Когда под его контролем останутся лишь тамплиеры, мы используем ключ и вытесним его из Кхалы. Да, но ненадолго. Этого хватит, чтобы наши воины успели отсечь себя от Кхалы. Это изгонит Амуна в пустоту. Рискованно. Можно просто уничтожить их всех с орбиты и не тратить время впустую. Как ты смеешь? Это наш собственный народ. Я не пойду на такое, Аларак. Мы столкнулись с настоящим кошмаром, но мы должны выстоять. Готовьтесь. Нас ждет последняя битва, и мы вступим в нее с честью. Арданис, твой народ спасти. Я знаю, что ты мечтаешь об этом, но это невозможно. Наша главная задача — уничтожить Амуна. Мы должны полностью посвятить себя ей. Если нам удастся уничтожить физическое тело Амуна и рот от Кхалы, мы отбросим его в пустоту. Это достижимая цель. Это глупость. Риск слишком велик. Нужно уничтожить протосов, сжечь все живое на планете. Нет, Аларак. Если у нас есть шанс их спасти, мы должны им воспользоваться. Не пытайся со мной спорить. Я лишь хотел дать тебе мудрый совет, но если ты в нем не нуждаешься, я умолкаю. Слушай, был бы ты всегда таким молчаливым, цены в тебе не было. Рахана осознала, что ее судьба отныне связана с будущим, а не с прошлым. Зератул верил, что я стану великим лидером, что протосы пойдут за мной. Посмотрим, насколько он был прав. Знаете, что я хочу сказать? Я как бы игру, к счастью, еще пока не допрошел, и я хочу сказать только одно. Колеблется лишь слабый, не раздумывай. Действуй. Ну, я пытаюсь действовать. По крайней мере, пытаюсь говорить, но ты меня перебиваешь. Ну, так вот. Вот здесь вот у нас висит интересный корабль, да? Вы сами знаете, кого. И если он вдруг выстрелит так же, как и в прошлый раз, только на этот раз Вайор, будет, в общем-то, не очень приятно. Арда. Теперь, когда сила ключа в нашей власти... Айр. Многие представители моего народа видят его впервые. Они были рождены на Шакуросе и только в легендах слышали о родине. Теперь, когда сила ключа в нашей власти, они наконец-то смогут узреть свой родной мир. Зератул был прав. Ключ подарил нам надежду.
Да, хотя и не так, как мы предполагали. И все же своим самоотверженным служением Зератул подарил нам этот шанс. Я всегда буду чтить его за это. Так же, как и я. Ага, простите за то, что я случайно пропустил диалог, когда пришел сюда. Ну, я просто подумал, что его нет, и вдруг раз, и он есть, и, в общем, окей. Сионная матрица впервые была активирована 3000 лет назад. Так странно. Я знаю об этом радостном событии только по историческим записям. Я не чувствую воспоминаний. Я не могу поведать тебе о радости, которую испытали протосы в день активации Пси-матрицы. А еще о каскаде мыслей, который пронесся в Акхале и в сознании гордых халаев. И тем не менее, мы знаем все, что нам нужно о тех временах, Рахана. Да, но пойми меня правильно. Если я знаю о событии настолько мало, мои рассказы и советы могут быть неточными, даже неверными. Возможно, именно так и нужно воспринимать историю. С некоторой неопределенностью. Смотреть на нее сквозь призму той эпохи, в которую живешь. Ну, что, собственно, и делают многие создатели исторических учебников в наше время. Ага, только как-то призма их слишком извращенна. Здравствуй, друже! Что, ты хочешь что-то покушать? Я понимаю, что ты не можешь кушать, но мало ли. Блин, я не знаю, он мне нравится определенно. Пока! Ключ реагирует на энергию пустоты на поверхности Аюра. Но с такой интенсивностью это может быть только... Амун. Сколько нужно времени для подготовки ключа? Этого я не знаю. Так его использовали лишь однажды. Кто-то явно пытался воздействовать на ключ. Скорее всего, существо Нарут, которое упоминает тиранский инженер Свон. Его использовали, чтобы вытянуть из Керриган энергию пустоты и в дальнейшем использовать ее для возрождения Амуна. Принципиально это возможно. Но взял Нага столько энергии. Артефакт никогда не предназначался для удержания такого ее объема. Ты найдешь способ, Каракс. Я знаю, что ты никогда не успокоишься, пока не завершишь начатое. Я верю в тебя. Благодарю, Иерарх. Но это сложная задача. Ключ задумывался как вместилище, а не тюрьма. Это да. В показаниях какая-то ошибка. По крайней мере, надеюсь, что они неверные. Ключ стал медленнее поглощать энергию пустоты. Это вызвано концентрацией энергии под нами, или же это предел его возможностей? А еще у нас ядро так чуть-чуть выросло, самую малость. Ну, зато у нас есть солнечная бомбардировка, которая нам теперь доступна. И, к сожалению, по-моему, нельзя, получается, собрать больше, чем нужно. Ведь раньше было можно. Я так явственно представляю себе Аюр. Словно чувствую теплый бриз Алберы и наполняющий меня солнечный свет. Совет преторов также направил меня в Алдеру в юном возрасте. Именно там я впервые выпустил пси-клинок. И Феникс тоже. Для него это был важнейший момент жизни. Он чувствовал великое предназначение. Четко осознавал смысл своего существования. Надеюсь увидеть это место, которое он так полюбил. Место, о котором ты вспоминаешь, больше нет. Тот мир ушел в прошлое. Значит, вместо него
мы построим лучший мир. Знаете, только хотел сказать, к сожалению, тебя вынужден разочаровать, Айру больше нет такого, какого мы его знали, да? И он тут же опроверг все, что я мог вообще сказать. Мы построим лучший мир, сказал он. И да, я согласен, мы действительно можем это сделать. Артанис. Да. Все? Это больше ничего не хочешь сказать, да? Окей. Элементы системы питания пси-матрицы расположены в трех местах на разных концах Айура. Нам нужно разделиться и разрушить их. Я буду направлять вас свершителем с борта копья Адуна. Начинаем по твоему приказу, Иерарх. Угу. Ну, давайте. Псионная матрица, бьющееся сердце Айура, созданная сети кайдариновых кристаллов, разбросанных по всей поверхности планеты. Ее источники энергии расположены в трех местах. Если их уничтожить, сеть искривления будет отключена. Я пошлю три отряда. Мы должны разрушить матрицу до того, как Амун призовет на Айур золотую армаду. Варазун, Аларак, отправляйтесь в цитадель Вершителя. Там находится первый источник энергии, но город заражен зергами. Неважно, зергов. Даже если мне придется самому этим заняться. Да нет, я уж думаю, ты как-нибудь... Что еще? Можешь сделать сам. Поглощение. Значит, вот они какие, зерги. Что вас одолели? Жалкое зрелище. Они все падут предо мной. Так, волна разрушения. Давайте используем ее вот так вот. Наши желания совпадают. О, я согласен с твоим. Это просто решением. Офигенно, серьезно. Мой путь сокрыт в тени. Ну и как вы умудрились дать этим животным захватить Айур? Они что, запрыгнули на ваши корабли и сживали их? Просто великолепно. Когда-то зерги были величайшей из угроз для моего народа. Только глупец будет их недооценивать. Нет. Что ж, тогда я склонюсь перед твоим опытом, как глупец. Нет, просто серьезно, он реально великолепен. Как я пожелаю. Охренеть, он просто жесток. Не раз, гуй. Наши желания совпадают. Жесть, он просто имба. Таков путь к вознесению. Так он еще и пофигарил, лол. На! Да будет так. Офигеть. Как я пожелал. И что бы ты без меня делала? Сейчас узнаешь. Эти врата заперты с другой стороны. И я открою их, пройдя сквозь тени. Враг меня даже не заметит. Хитропопая. У нас еще очень много... Владыки. Они могут меня заметить. Мне следует избегать их. Не раз, Гулио. Так, давайте тогда вот так. Энарудин Шагурс. Хрена себе, она тут перерезала всех. Окей. Мы не подведем наших союзников. Если не избежала здесь, но в целом, в чем бы нет. Это честь. Ты уже закончила тратить время попусту? Или мне продолжать рубить зергов в капусту? Продолжай, хотя ты ни одного зерга здесь не вырубил, пока я ходил здесь. Не раз, Гулио. Вот так. Теперь врата открыты. Наконец-то. Теперь продолжим. Ой, какой ты шустрый. Как я пожелаю. Мои клинки нашли врага.
Лишь потому, что я так хочу. О, я согласен с твоим решением. Но он определенно крут. Наши желания совпадают. Таков путь к вознесению. Так. Да будет так. Гибленький. Бом! О, я согласен с твоим решением. Энергин Шагурс. Он вытягивает из них энергию. Мы не подведем наших союзников. Мои клинки нашли врага. Таков путь к вознесению. Так. Это гибленьки. Как я пожелаю. Ну, все так для вас просто. Да будет так. Надо быстрее на самом деле работать. Что-то я как-то медленно это делаю. Мои клинки нашли врага. Так. Иди сюда. Наши желания совпадают. Отлично. Фигарь. Мы не подведем наших союзников. Замечательно. Уничтожили здесь. Лишь потому, что я осталось так последнее. Хочу. Наши желания совпадают. Отлично. Не раз, Гулю. Круто. Это честь для меня. Минус. Отлично. О, я согласен с твоим решением. Лишь потому, что я так хочу. Энарудин Шагурс. Минус. Он просто имбалансен отчасти. Таков путь к вознесению. Как я пожелаю. Великолепно. Да будет так. Он бессмертный, по-моему. Мы не подведем наших союзников. Дальше нам дороги нет. Похоже, мне придется пройти сквозь ряды противника и открыть нам путь. Тебе ну, нужен что, мой совет? Ха, кажется, там тебя поджидает стая муталисков. На твоем месте я бы постарался не привлекать их внимания. На своем месте я бы тоже так не привлекал. Мы не подведем наших союзников. Оп. Ждем. Но это опасно. У нас еще очень много дел. Наше будущее среди делов. Как я прям. Это честь. Четко от муталисков-то сбежал. Ой. Меня сейчас спасли-то хорошо, а. Блин, вот тут будет опасно. Не раз, Гулю. Опасно. Фу, е. Yeah. Наше будущее среди Деламов. Чуть на еще одну не попал. Что еще? Мы почти добрались до источника энергии. Вперед, владыка. Нечего мне командовать. Это на них, кстати, не работает. Наши желания совпадают. Энарудин Шагурс. Лишь потому, что я так хочу. Так. О, окей. Я согласен с твоим решением. Так, бамс. Таков путь к вознесению. Замечательно. Наше будущее среди Деламов. Да будет так. Не раз. Давай нам ты как-то отойдешь, а? Ты дико коцанная. Конечно, я тебе нужен. О, я согласен. Ты разговариваешь с владыкой. Все замечательно. Лишь потому, что... Внутренний зал закрыт со всех сторон. Даже мое искусство не позволит нам проникнуть внутрь. Попробуем более грубый подход. Охраняй меня, пока я готовлюсь. Серги наверняка почувствуют мою растущую мощь. Нас беру Садар. Окей. У нас а, еще нет, очень... тебя сюда привезти. Говори. Нам попробуем. Нужен план действий. Мы не подведем наших союзников. Мой путь сокрыт в тени.
не раз гулял. Так. Это честь для меня. Медленная она все же. Относительно, на самом деле, потому что когда она начинает имбовать, это, конечно, отдельная тема. Наше будущее среди Деланов. Не раз гулял. У нас еще очень много дел. Генна? Почти готова. Еще чуть-чуть. Окей, без проблем. Нас беру сада. Пока нормально, 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 нормально. Режем всех. Это честь для меня. Эрардин Шакурас. Изложи свою волю. Невероятно. Тебе не только удалось открыть дверь. Ни зерги, ни источник энергии нас больше не побеспокоят. Свяжись с остальными и расскажи им о моей славной победе. Рахан, мы с Алараком уничтожили источник энергии. Дай знать остальным, что они могут выступать. Каракс, Феникс. Разрушение первого источника энергии не осталось незамеченным. Гибриды будут защищать эту область. Прекрасно. Пусть ощутят всю мощь моего гнева. Всему свое время, друг Феникс. Гибриды — серьезные противники. И чтобы с ними сразиться, нам понадобится помощь. Я уделил изучению энергии пустоты достаточно времени. Думаю, мне удастся вывести роботизированные единицы из здания из-под власти Амуна. Тогда мы должны собрать армию, которая расправится с гибридами. Ну что ж, я слышу тебя. Из этих ребят, я думаю, лучше создать... Шанала Аридала. Бессмертный. Мне не удастся освободить его пилота из-под власти Амуна, но я смогу контролировать его действия. Да, иерарх. Я не ощущаю присутствия поблизости роботизированных единиц. Смотрю, что у нас здесь есть. Накопитель щита полностью устанавливает. Все находящиеся рядом противники получают урон. И Феникс совершает рвонг к указанному противнику, оглушая все цели на мусте действия. Смотрите, сделаем вот так. Единичку. И сделаем. Я слышу тебя. Ага. Не получается, да? Роботизированный такой, серьезно? Я клинок Ордани. Используй мои умения. Источник энергии где-то здесь. Но территория храма просто огромна. Часовые, бессмертные, колоссы, опустошители. Прежде чем двинуться дальше, мы должны заполучить их как можно больше. Я слышу тебя. Иса. Нагу, Афал, уничтожил его, к сожалению. Не хотел этого делать. Все мы тамплиеры. Я согласен. Я могу захватить находящиеся здесь врата и завод робототехники. Если так, то мы сможем усилить армию теми войсками, которые посчитаем нужными. Беги! Умно. Слава не под власть. Беги. Я слышу тебя. Беги, мой друг. Да будет так. Кого-нибудь можем здесь захватить? Используй мои умения. К сожалению, нет. Ну, и ладно. Разместите строение. Интересно, фазовый кузнец. А меня бы ты смог контролировать? Если бы Амун взял твои системы под контроль, то да. Думаю, я смог бы их очистить. Шанала Аридала.
Аюр возродится. Без энергоснабжения. И как мне тебе энергоснабжение сделать? Типа вот так? А, ну да, мы же как ходячий пилон. Тупим. Мы идем к цели. Мы же как гребаный ходячий пилон. Давайте добавим морковов. Без энергоснабжения, в смысле? Серьезно? Довольно быстро, кстати, производится. Я вернусь. Просто посмотрите на скорость производства. Жесть, жестейшая. Чтобы служить. Ладно. Фазовый кузнец всегда готов. Так, давайте берем из отряда. Сделаем его отдельный отряд. Незамедлительно. Пойдем посмотрим, что у нас здесь имеется. Используй мои умения. Я думаю, эта миссия будет долгой, но эффективной. Мы едины. Пси-матрица падет. Аюр возродится. Я чувствую твое присутствие. Используй мои умения. Нет. Амун не сможет. Черт. Что я должен сделать? Зря я ставлю пушку на самом деле. Решение вскоре найдется. Ну, окей. Я согласен. Газку нам подбавили. Мы идем к цели. Так прикольно бегает такой. Мы едины. Пси-матрица падет. Пока пущай они на нее так лучше. Отвага. Двигатель прогресса. Мы идем к цели. Аюр возродится. Какие-то вы злые ребята. Да будет так. Злой герой. Я согласен. Это медленно уничтожает на самом деле. Ладно. В принципе, там все восстановит. Двигатель прогресса. База атакована. Надо нападать на них. Да, иерарх. Я согласен. Хорошо бронированные юниты получают огромнейший урон. Отвага. Двигатель прогресса. Пси-матрица бедяга. Падет. Как Феникс в него влетел просто. Это жесть. Аюр возродится. Жесть, Феникс. Мы идем жесток. К цели. Шанала Феникс просто Ари жесток. Отвага. По-моему, мы сможем. Нет, не сможем. Сделаем то же самое, что сделали в прошлый раз. Я вернулся, чтобы служить. Два имморталы, один часовой. Часовые нам будут восстанавливать броню. А имморталы будут имбовать, так сказать. Двигатель прогресса. Пси-матрица падет. Мы так. Едины. Да будет так. Я согласен. Не-не-не. Амун не сможет победить нас. Феникс, я тебя ненавижу. Итого 4. Мои умения. Я засек поблизости робототехнический узел. Его захват позволит нам создавать колоссов. Пал Аюр. Да будет так. Вот у нас и колосс есть. Отвага. Все мы тамплиеры. Пси-матрица падет. Хватит нам на колосса-то. Шанала Ари. Просто интересно, сколько нам стоит. Используй 300. Мои умения. Навряд ли. Навряд ли нам хватит на колосса. Да, иерарх. Ну, уже да будет прикольно. Так. Я довольно много юнитов пробатил, так сказать. Мы идем к цели. Пси-матрица падет. Нам не сюда. Аюр возродится. Хорошо. Отвага. Двигатель прогресса. В принципе, отчасти логично. Давайте зайдем еще сюда заодно. Мы едины. Но в любом случае это круто. Собрать армию 54 из 60. Да будет так. Аюр возродится. Думаю, мы соберем больше, чем 54. Отвага. Двигатель прогресса. Феникс просто шикарен. Серьезно. Несмотря на то, что я им фактически ничего не делал, но он просто шикарен. Я согласен. О боже, как же бежит Каракс. Аюр возродится. Боже, это так, конечно, выглядит. Мы идем к цели.
Амун не сможет победить нас. Отвага, двигатель прогресса. Решение вскоре найдет. Тебе гибридом с нами не справиться. Думаю, ты прав, мой друг. Теперь нам пора выйти к источнику энергии. Рано, ребят. Едины. Мои сенсоры засекли множество опустошителей впереди. Пытаться заполучить их — большой риск, но их огневая мощь того стоит. Опа, обоих. Мы едины. Да, отвага, меня, конечно, покоцали, но... Двигатель прогресса. Говорится, поверьте мне, используй мои умения. Того стоило, действительно. Мне этим закажем. Не помешает. Дорогостоящий, да, конечно. Иерарх. Ну, что сделаешь? Гусенички мы не такие. Едины. Я предлагаю заказать двух колоссов. Айур возродится. И на этом, собственно, закончить сбор войск. Интересно, а, кстати, гусеничек. Гусенички бесплатные. Скоробей, точнее, простите. Скоробей, да, и гусеничек бесплатные. Мы едины. Раньше 15 стоили. Шанала, дорогие были засранцы. И один часовой. Замечательно. Амун не сможет победить нас. Так. Еще один колосс. И мы выходим. Мы выходим на врага. Великолепно. Такая вот у нас громоздкая армия. 88 лимита. Да будет так. Шанала Аридалам. Что, возродиться? Еще там колосса? Вот как-то они этого не ожидали, да? Амун сможет победить нас. Ну вот даже, видите, даже он согласен. Ну, что ж. Да будет так. Нахдагахла. Все, путь открыт. Ну что ж. Ваш замысел провалился. Ваши братья стали плотью моего повелителя. Всем, кто противостоит нам. Да, Иерарх. Амун не сможет победить нас. Мы един. Используй мои умения. Виды уничтожены. Теперь мы можем разрушить источник энергии. Готово. Но матрица никогда не была рассчитана на подобное обращение. Она выпустила на поверхность Айура огромную волну псионной энергии. Боюсь, что твоя жизнь под угрозой, Иерарх. В пещере позади тебя накапливается псионная энергия. Если она доберется до тебя... Не волнуйся, Гаракс. Мы с воинами оставим ее далеко позади. Победа уже близко. Арданис, я высылаю тебе на подмогу темных тамплиеров. Они расчистят путь и помогут тебе в продвижении. Как и чистильщики, высылаю призмы искривления. Талдаримы подарят тебе победу. Высылаю своих воинов тебе на подмогу. Что-то у нас больно до хрена воинов, сказал бы я. Долго тратили на разговоры времени. Я веду свой народ с честью. Надо пошустрее все это дело разбросать. Торопитесь, братья. Псионная энергия уже добралась до входа в пещеру. Не отступайте, воины. Мой звездный ветер излечит ваши раны. Да-да. Никаких сомнений. Замечательно. Давайте действительно сделаем звездный смелый ветер. План. Используем. Дабы наши юниты не погибали, потому что здесь они... Мы ясно видим путь. К сожалению, могут погибнуть, а это нам не очень хорошо. Так, давайте. Хоп. Я веду свой пошли народ с честью. Оставать веселье. Веселье и радость.
Смелый план. Контролим, что, сколько у них и как. Артанис, недалеко от тебя отряд чистильщиков сражается с зергами. Мы практически уничтожили их крупный улей. О-о-о. Почему они сейчас не атаковали, интересно? Мы ясно видим путь. Давайте захватим. Будущее принадлежит нам. Никаких что-то определенно сомнений. Пошло не так немножко. Я не понял, кстати, почему они не атаковали. Придет новый день. Мы ждем твоих приказов. Я веду свой народ с честью. Это... Торопитесь! Энергия настигает нас. Все сильнее. Вообще она вроде как раз нас наоборот никаких не настигает, сомнений. Но окей. Тебе, видимо, видней. Мы ясно видим путь. Я веду свой народ с честью. Без жертв не бывает победы. Это да. А вот смелый в нем геймплей план. Поинтереснее, он более шустрый такой. Тун-тун-тун. Раз. Будущее принадлежит нам. И расхреначились туда, давайте. Оп. Я веду свой народ с честью. Остановили хпшечку. Бамс, расхреначили. Мы ясно видим путь. Шакел Сен. Отлично. Никаких сомнений. Восстанавливаем хпшечку. Мы ясно видим путь. Великолепно, прыгаем. Я веду свой народ с честью. Сплотившись, мы становимся сильнее. Бамс, минус две. Давайте. Нам. Мои темные тамплиеры сейчас находятся недалеко от тебя, Ирах. Они почти уничтожили последний улей. Сплотившись, мы становимся сильнее. Отлично. Враги падут. Шакел Зен. Замечательно. Никаких сомнений. Наша судьба ждет. Ко мне, неразимы. Последний источник энергии охраняют несколько червей Нидуса. Темные тамплиеры помогут тебе их уничтожить. Чуть-чуть постоим, буквально установим ему сейчас этот. Будущее принадлежит нам. Я думаю, отлично. Можем попробовать просто через оклик сейчас. Мы ясно видим путь. Никаких сомнений. Я веду свой народ с честью. Мы сражаемся с тьмой. Отлично. Будущее принадлежит нам. Отлично. Смелый план. Минус. Великолепно. Вроде даже никого не потерял. Сплотив. Продолжайте убивать зергов. Мы уже близко. Никаких сомнений. Артанис там, в принципе, в одиночку может справляться, по крайней мере, на начальных будущее стадиях. Принадлежит нам. Так уж точно. Смелый план. Не даем сплотившись, наших мы становимся минутов. Сильнее. Харак эн вояж. Придет новый день. Будущее вроде бы даже никто не вроде бы. Вот сейчас уже не очень уверен. Я веду свой народ с честью. Никаких сомнений. Последний источник энергии. Когда он будет разрушен, пси-матрица перестанет функционировать. У тебя получилось, Артанис. Мы задержали прибытие Золотой Армады, хотя бы на некоторое время. Запускаю пространственное перемещение. Ну что ж, вот такая вот довольно долгая миссия. Ну хотя прошел-то я ее быстро, там скорее диалогов было дофига.
В общем, что я хочу сказать, я выполнил все достижения, рад за себя, и всем спасибо за просмотр, пока-пока!